Друзья мои, итак, мы вспоминаем шедевр, который произвела на свет любимая компания, бренд Визель. Я помню тот час, когда наши модницы просто шквал звонков взорвали наш колл-центр. Итак, знакомьтесь, появились новые расцветки для тех, кто уже влюбился в жакет Версаль. Друзья мои, если бы я увидела этот шедевр в магазине, я бы тут же забежала туда, потому что меня прежде всего привлек в этом жакете дизайн. Сложные ткани, сложные конструкции и, самое главное, нежные цвета. Пудровый цвет сейчас увидите на вашем экране. А я хочу порадовать вас. Сегодня цена только сегодня на телеканале Shop and Show 4999 рублей. И вы получаете бесплатную доставку. Пудровая расцветка, первый цвет, который вы видите сейчас на экране, подойдет совершенно любой женщине, особенно той, которая любит пастельные тона. Ну а этот цвет, вы уже все помните мои пристрастия, фиолетовый, глубокий фиолетовый цвет. Если вы успели заметить, я надела сегодня на себя блузу и юбочку. Так вот, именно к моему фасону и к моим расцветкам подойдет и расцветка фиолетового. Темно-синий василек. Я знаю, что многие женщины выбирают сегодня этот цвет. Он не сходит с подиумного Олимпа. И яркий синий цвет все-таки синий цвет гармонии. Я очень люблю, когда наши модницы украшают себя не только стильными нарядами, но и украшениями. Если в вашей шкатулке слишком много изумруда или малахитовые оттенки, выбирайте его и носите с жакетом Версаль. Оттенок изумруд. Многие женщины во время моего часа звонили и говорили: Света, почему вы так мало рассказали о черном? Друзья мои, это еще раз подтверждает, что 80% наших красавиц обожают носить черный цвет. Этот цвет действительно стройнит. Именно на этом черном цвете мы видим блеск камней. Ну что ж, и мой цвет, который сегодня выбираю я, это оттенок мятная бирюза. Прекрасный оттенок Тиффани, который радует сегодня многих женщин всего мира. Я хочу вам сказать, что этот цвет творит чудеса. Женщины расцветают, когда надевают на себя яркую одежду. Мы обязательно сегодня с вами порепетируем, с чем сочетать сегодня этот жакет и как выбрать свой размер. Мы переходим сейчас к самому главному. Посмотрите на блеск камней, он украшает не только переднюю планку изделия, но и зону карманов. Прежде всего хочу рассказать еще и о ткани. Жакет Версаль идеально сидит на фигуре. Брючные ансамбли, юбки, платья – все дополняет жакет Версаль. Давайте посмотрим сейчас на нашу Елену. Лена носит размер 50-52 и выбирает для себя жакет Версаль 52 размера. Мне очень нравится свободная линия плеча, плавный переход к цельнокройным рукавам. И самый главный секрет, то что в нашем жакете женщины, у кого пышные бедра, богатый верх, будут казаться намного стройнее, потому что такой фасон, яркий тюльпан, идеально скрывает все параметры и секреты вашей фигуры. Давайте посмотрим на Ариночку. Арина выбирает сегодня для себя яркий образ, жакет Версаль, плюс стильные шелковые платки, ну и брючный ансамбль. Это стильные брюки Франциско. Кстати, у нас несколько расцветок, вы тоже можете подобрать для себя любой другой цвет. Давайте сейчас обратимся к ткани, и я раскрою все секреты. Почему сегодня бренд Визель радует такими эксклюзивными материалами? Я всегда обращала внимание на редкие ткани. Да, прекрасный цветочный принт. Но когда мы видим уже богатство украшений на нашем кардигане, не хочется его перегружать цветами. Но все-таки цветы здесь присутствуют. Это плетение по типу жаккард. Когда мы видим с вами воздушные лепестки роз, и кажется, что они вот-вот сейчас распустятся. Согласитесь, когда последний раз мы могли видеть с вами такие эксклюзивные вещи? Разве что только в журналах мод или на показе известных брендов. Я сейчас приветствую всех модниц, которые только что недавно присоединились к нашему телеканалу Shop and Show. Добро пожаловать в мир эксклюзивных и красивых вещей, которые сделают вас по-настоящему красивой и стройной. И вот вам доказательство. Наша модель Елена носит размер 52. Но рядом с Аришей, у которой который 48 размер, девчонки смотрятся совершенно одинаково. Это секрет свободного кроя нашего пальто. Благодаря плотной трикотажной упругой ткани, это пальто никогда не будет на вас висеть, оно будет всегда идеально сидеть. Я хочу попросить девочек, Леночка, сейчас, давайте посмотрим сейчас на зону рукава. Стиль кимоно сегодня широко применяется не только в платьях, но и, конечно же, в жакетах. Посмотрите, вот он, летящий рукав, который позволит вам двигаться легко, никаких скобов движений. Вниз вы можете даже поддеть легкую водолазку или блузон. Ну а сейчас внимание, как правильно выбрать свой размер.
Лена носит размер 50-52 и выбирает трикотажное плотное платье. Лена выбирает свой размер 52. Арина носит размер 48. И сегодня для себя, для своего брючного ансамбля Ариша подобрала идеально размер в размер. Это еще раз доказывает, что дистанционно с телеканалом Shop & Show с вашими любимыми брендами вы можете заказать свой вариант и свой размер.